Всем доброго дня. Хочу поделиться с вами мыслями о том, что я собираюсь делать дальше. Какие планы вообще. В общем, так, если в принципе. Ну, давайте, в принципе, и начнем. Планы у меня такие. В самое ближайшее время я работаю опять с тем, что у меня есть в наличии, то есть это заготовки. В наличии у меня есть два варианта заготовок, с которыми хочется поработать. Это давно вот уже лежит кованая У-10 сталь. Вот такие вот комиссурки. Ну, грубо, конечно, грубо повырезал. Но, наверное, тут будет видно. Видите, отчертил. Блестящая такая полоска, вот острия. Вот. Это... То есть я хочу их обкорнать вот по эту ширину. Потому что есть толщина 5 с мелочью. Я на 20 отчертил. Плюс там еще обработка. Потом они где-то в 19 выйдут. Плюс я еще что хочу? Эту всю грубятину переточить. Переточить как? На более красивые формы. Наверное, прогну обушок. Сделаю микро такую улыбку. То есть параллельно бушку. Носик, наверное, оставлю такой, французский. Он мне прям нравится, прям реально. Вот любую бритву возьми, а с французским носиком она какая-то прямо... Ой-ля-ля. Прямо ой-ля-ля. Вот. Дальше что? Я не хочу делать просто комиссоры. Не хочу делать с подставками. Сделаю-ка я их складными. У меня на сайте всего лишь одна бритва осталась, складная комиссори. Остальные все просто комиссори с подставами, такие более классические. С подставкой там одна. Остальные все выкупили. В чем плюс этих бритв будет? Это сразу же то, что они без подставок, а в привычной всем такой оправе. Второй плюс будет, что они будут не такие не супер-супер дорогущие. Ну, потому что, наверное, я их сделаю обыкновенными бритвами. Без этих японских выкрутасов, где там... Вот здесь вот широкая, вот здесь вот наполовину, это вогнутость. Сделаю обоюдными, то есть такие, каким все привыкли. И плюс складные. Ну, тут, наверное, это или выровню, или, может, здесь под ось что-то ставлю вот так вот, чтобы она складная была. Это раз. С чем вот сейчас в первую очередь хочется работать, прямо вот именно с ними. Во вторую очередь, с которыми я хотел бы поработать, ну, у меня их немного, у меня их всего-то вот... 4 штуки всех делов. Второе, что я еще хотел бы поработать из того, что есть, это вот такие вот железки. Я там прочитаю, у меня где-то записано. У меня все это бумажки пишется. По-моему, это У-10. Да, это У-10 сталь была у меня ковка. Тоже как это. Только она уже с плоской шлифовкой. Станочной. Я делал такие бритвки, на сайте уже есть. Вот. Но там они вогнутые на 1/4 где-то. Я хочу из них замудрить клин 75%. Кстати, вот тут бы я тоже хотел иметь клин 75%. Вот именно не вогнутость, потому что уже все ее попробовали, они уже были. Отдаткая бритва есть на сайте с вогнутостью. А вот 75% клином, таким народным тоже, я бы назвал этот клин 75%. Прям народный. Вот их нет. Вот я, в принципе, тоже хотел бы еще такими потом позаниматься. А уже после всего этого у меня уже задумка. Шаблона нет рядом. Но мне Игорь Смирнов, Игорь Заточник, который вы все знаете его хорошо, он мне нарисовал тут клиночек один такой красавец. А, кстати, бритвы уже есть такие. Вот у Вадима на обзорах бритва такая с линией хамон большая. Вот такую модельку хочу еще сделать. И тоже в 75% клине. Вот такие вот у меня пока задумки. Но там они, те большие бритвы будут только из У-8 стали. Ковка такая интересная будет. Такая эластичная, плотная эластичная. То есть в новом свете. Новые стали у меня, которые я тут протестировал уже много раз. И вот решил,
что для бритв она будет очень даже, очень такая, прямо. Даже если при путной закалке она будет мягко брить. Вот. Ничего сегодня такого вам интересного особо не покажу, потому что это не разговоры. Но просто вот делюсь тем, что я собираюсь в ближайшее время чем заняться. Я вообще тут хотел даже, блин, прям настроение настолько прямо опускалось низко, что вообще хотел прямо завязать с этими бритвами, блин, раз и навсегда. Они меня постоянно тянут в минус, но то тут один закажет, то другой, то вот заказик в Европу, то второй тут вроде намечается, опять такой маленький. Сам вот пойду, например, вчера побрился вечером своей опасочкой. И все. И растаял. И понял, что слабо мне бросить бритву. Слабо. Поэтому вряд ли, наверное, это сделаю. Вряд ли. Так и буду умудряться. Буду что-то думать, придумывать, как-то вылазить, выкарабкиваться. Но буду дальше продолжать. Вот так вот. Так. Вопрос, кстати, задают. Один и тот же верный вопрос, просто его задают разные люди. А задают, например, вот так. Какую мне бритовку выбрать? Вот первую бритву выбрать. Самый сложный вопрос для меня. Но всегда отвечаю так. Определенно. То есть то, что самая такая подходящая для первой бритвы, это с вогнутостью 1/4. То есть, где вогнутость идет не от середки, а ближе к острию кромки. Уже вот тут она начинается, а не от середины лезвия. Она самая такая беззаботная, самая такая вот и резвая, и беззаботная, и в правке, там даже и в заточке. Вот. Также могу посоветовать 75% клин, который сейчас вот здесь собираюсь сделать. Но если вы готовы бороться с тем, что у вас там частенько на ушке будет изолента, слой изоленты. Самый обыкновенный. Это вот как бы такой краткий, прям краткий ответ на вопрос, один и тот же, который поступает так периодически. Дальше все. Не скажу, как обычно это говорится, дальше больше нет. Но планы есть. Вот такие вот, которые я вам рассказал. Желание с ними работать прям есть. Есть прям вот. С этим я завязал. Подошел я вчера к нему в нехорошем таком настроении. Вот когда вот прям все уже. Вот я его испортил. То есть, ну, с таким настроением вообще нельзя подходить к бритву. Чему угодно, но не бритву. Он его переточил, зажег. Потом ничего не выйдет. Выброшу. Ну, поигрался и хватит, да. А так хорошо, кстати, пошло. Прямо так, прям, ух, прямо так вот. Прям чудно все пошло. Но я вообще, у меня настроение было не то, что ноль, я был в большом минусе вот, с настроением именно. И поэтому я ее так вот уфигачил. Это с любой бритвой так произойдет, если к ней так подойти. Бритва не любит, как женщина, ласку. Чтобы таким глобально все, чтобы когда вот ее производишь, думаешь так глобально, то есть объемно и с нежностью. Вот как-то так вот. Ну вот как-то я вроде переболел всеми этими расстройствами, всеми этими вот какими-то такими, ну расстройствами, вот, другому никак не назовешь. И вот уже такой весь позитивно заряжен к работе. По поводу бритв хочу сказать, вот и импортных, и своих бритв. Имею в виду только углерод. Про другие стали молчу. Сейчас заточил его две бритвки. Мне Игорь вот, Смирнов подарил две бритвы. Я их все давно собирался еще раз перестачить по-другому, по-своему. От обушка, без изоленты. Мне это получилось. Мне кажется, они будут получше перебрить. Я прям даже в этом уверен. Я знаю, что они сядут на первом бритье, но мне кажется, они дальше проедут, то есть дальше той черты, до которой они доезжали раньше. И мне что вот все опять каждый раз вот в глаза бросается, то что, ну это не только мне, я знаю, я просто сейчас не буду имен говорить, кто вот в интернете из заточников уже замечал этот момент, что, например, заточил я вот эту английскую у меня от бритвы и французская, ну там какого-то там конца 18 века вроде не у меня, начало 19-го.
кромка, как ты ее не выполировываешь, она какая-то матовая. Вот как ты ее прям не доводи, прям вот идеала, она все равно матовая. Вот возьми, взять вот любую вот бритвку вот из моих, к примеру, углеродок. Ее даже особо стараться доводить не надо. Она у вас даже на 8 тысячах уже зеркало выдаст такое красивое. А после 12-16 тысяч оно будет такое зеркало, что просто глаз не оторвать. Это я вам, в общем, так просто, когда мне вот бывает говорят, что у меня стали не те, не бритвенные, еще что-то. Да все у меня бритвенное. То есть, кто понимает, тот уже давно понял, тот прочувствовал, тот знает, подходит эта сталь или не подходит. А кто говорит, что моя сталь не подходящая для бритв, то, скорее всего, тот человек не умеет бриться, или просто заморочен на чем-то, или просто у него есть какой-то вариант какой-то там какого-то производителя, то есть кумир, есть кумир, то есть все в его свете, уже все остальное не то и неправильно. Вот так как-то. Ну, я бы не стал бы продолжать вот изготавливать из этой стали, если бы она была бы неподходящей. Там уж слышно у нас, как ветер гудит, у вас метров 20 в секунду, по-моему, фигачит, все трясется кругом. Ладно, все. С новостями я все сказал. С вами поделился. Ну, думаю, я уже в следующий раз вам покажу что-то из готовенького. Какие-то, в общем, горячие пирожки будут уже в следующем видео. Когда это будет, не скажу. Но в ближайшие дни это точно. Что-нибудь вот в 2-3, ну, максимум 4 дня ближайших я сотворю. И, скорее всего, вот что-то из этих вот вариантов такое вот. Даже не знаю, с чего первого начать. Сейчас пока думаю на это, а там, может быть, на это вот я переключусь. Пока не знаю. Поэтому обещать не буду, не люблю обещать, когда впустую. Все, на этом до свидания. До новых встреч. И до следующих видео с результатами. Пускай какими они там не были бы, но с результатами. До свидания. Спасибо за внимание.